Так. Уважаемый Владимир Владимирович, возмездный вопрос будет в продолжении вопроса, который только что задавал девушка. Вы неоднократно в своих выступлениях, в том числе и сейчас, сказали, что вам не дают, то есть есть некий черный список людей, которых вам не дают, чтобы вашу программу. Это первый момент. Второй момент, мое понимание вопиющим событием, о котором в том числе вы говорили, стала история со снятием интервью с господином Лимоновым. Да. Последняя передача одного известного молодого журналиста, которого вы только что упомянули, всего лишь за ночь набрала 2 300 000 просмотров. Вопрос очень простой. Не кажется ли вам, что вы, перейдя в новый формат, от которого вы, тем не менее, ну, по крайней мере, пока мы сейчас отказываетесь, сможете, пригласить тех людей, которые хотели пригласить, и задать им те самые острые вопросы, которые вы сейчас не имеете возможности. Нет, это неправда. Я могу. Ведь я бы больше всего хотел интервью взять у Путина. Он не придет ко мне в интернет, понимаете? Так что тут не остроте вопроса. Есть несколько человек ведь всего, которых я не могу пригласить, и с которыми мне интересно разговаривать. Навальный один из них, но их немного. Их немного, потому что вообще просто приглашать людей, которые считаются оппозиционерами, да, они мне не интересны в своем большинстве. Я знаю, что они скажут, они опять будут вякать то, что они вякают. Они мне так же не интересны, как их противники. Но их противники, к сожалению, имеют власть. И поэтому влияют на то, как я живу. Поэтому я приглашаю их противников. А они-то вообще что?